Здравствуйте, а вы были на Дне города в эти выходные? Да, здравствуйте. Видели выступление звезд. Было очень классно, феерично. Насколько я знаю, таких мероприятий не было ранее. И я осталась очень довольна, мне очень понравилось. Днем мы были здесь на ярмарке, участвовали в разных конкурсах. А вечером мы ходили на стадион, на концерт. Очень понравилось. Нет, к сожалению, ребята, по телевизору смотрела концерт. День города был очень веселый, прикольный. Там было столько вещей прикольных. Я делала сестре поделку так на ключи. Кто-то делал рисунки, из песка рисовал. Желаю любимому городу хорошего настроения жителям. Держать так же хорошо в спорте, как держит наша команда «Металлург» города Вида, за которую я играл, между прочим, в свое время. И желаю, чтобы жители поняли, что город – это прекрасная вещь, и надо любить свои города. С каждым годом город становится все красивее, все прекраснее, просто необыкновенно. Мы не были все лето, просто шикарный город. Я его очень люблю, хотя живу сейчас в Севастополе, а вот внуки очень любят каждое лето. Ну когда? Ну когда мы уже поедем домой? То есть очень любят город. Процветание мира, благополучие всем нашим жителям. Всего-всего самого хорошего. Ты за что любишь наше Видное? Тут очень красиво. Тут школа. Друзей много? Ну да. Родители. А детские площадки какие? Детские площадки тоже необыкновенные. Да я родилась в нем. Как же мне его не любить-то? Все хорошо. Хороший город. Удачи. Дети, чтобы были счастливы. И у всех была работа. И эта работа приносила удовольствие каждой семье. Я желаю городу процветания, жителям здоровья и благополучия. Поздравляю весь город Видного с Днем города.